это у нас юбилейный 35-й марафон. Он всегда знаменует открытие Дня города, потому что город у нас спортивный, город у нас сильный, сибиряки, крепкие, мужественные всегда люди. Героиня пробежала 10 километров. После рождения сына спустя 10 месяцев мы пришли ее поддержать. Улыбались друг другу, давали энергии друг другу. Ну и получали удовольствие. Показывали сыну, что такое спорт. 10 месяцев пора уже приучать к спорту. Хорошо, что у нас ранний старт. Не жарко бежать было, достаточно хорошо. По трассе поддерживали. Была водичка, поэтому все получилось. Уже четвертая официальная десятка. Мы возвращаемся к тому количеству участников, которое было в период до ковида, до 2020 года. Поэтому очень здорово. К нам приезжают иностранные спортсмены. Вернулась элита. Это очень важно. Это статус марафона. Впервые бегу на марафоне. Всегда хотел. Вот получилось. Спокойное время. Мы бегали там, в зоне боевых действий, как бы. Но там было другое. А здесь радость, веселье, спокойствие. Мне помогла моя ошибка. В начале состязания я подумал, что спортсмен, который победил в забеге на 10 километров, бежит основную дистанцию. Поэтому я взял высокий темп, создал отрыв в пару минут, затем я бежал ровно и стабильно и сохранил преимущество. Изначально рассматривала как главную претендентку на победу, ну и основную конкурентку. Где-то в районе 25-го километра получился небольшой просвет, и я решила этим воспользоваться, немного добавила, и просвет стал увеличиваться. Ну и потом мне стало понятно, то есть, что Люда не будет темп лучше держать. Поэтому уже на втором круге на стадионе я видела, что у нас отрыв там больше 400 метров, и это как бы мне добавило спокойствия. Я уже просто бежала на свой результат. Спасибо большое ребятам, что приехали из разных государств, разных регионов к нам поучаствовать на сибирской земле в марафоне. Давайте еще раз овациями поблагодарим всех, кто участвовал.
очень хороший день, отличная погода. Сегодня проверила себя на 10 километрах после долгого перерыва. Очень довольна результатом. Меня очень порадовала атмосфера, поддержка зрителей. И наш Омск в лидерах по марафону.